Праздников весны – это время воссоединения семей. Однако в это время есть и люди, которые находятся на своем рабочем посту. На самой восточной Олимпийской железной дороге Китая работают такие люди. Во время праздника они, как и в будни, находятся на своем рабочем месте в глубоких горах, чтобы каждый пассажир смог спокойно и безопасно вернуться домой. Они защищают спокойствие всех семей. Это непрерывная каменная балка. Она имеет относительно большой пролет. Сейчас мы находимся на чреве моста. Высокоскоростная железнодорожная линия маршрута Муданьцзян-Дзямусэнь на территории провинции Хэйлунцзян пересекает множество гор и имеет длинные туннели. Доля мостов и туннелей достигает 60%. Юйян работает в инспекционной зоне. Он, подобно доктору, постоянно осматривает мосты и туннели в любое время и в любом месте. Сегодня они проверяют мосты через реку Муринг. Верхние и брюшные пластинки нужно внимательно проверять. Это ключевые части проверки. В коробчатой балке темно, она предоставляет собой замкнутое пространство. Зимой здесь холодно, а летом жарко. Врачи моста и в туннеле слегка постукивают смотровым молотком, определяют болезни визуальным осмотром и восприятием на слух, а затем назначают правильное лекарство. Они отвечают за участок от Линьку до Хуанань общей протяженностью 123 километра, где в общей сложности расположены 54 моста. Я заметил птичье яйцо. Что сделаете с ним? Необходимо убрать его, потому что если это яйцо бирбила, это повлияет на срок службы балки. Мы переместим его куда-нибудь. В прошлом году летом вылетели черные летучие мыши и напугали нас. Во время ежедневных проверок мы часто встречаем птиц, таких как голуби и фазаны. Пока они разговаривают, мчится скоростной поезд. Над их головами раздается грохот. Когда поезд приближается к нам, мы должны открыть рот, чтобы снизить давление на барабанные перепонки. Да, скоро приблизится к нам. Почувствуйте. Сейчас поезд идет наверху. У меня плохо с сердцем. В такой ситуации мы часто сталкиваемся. Затем врачи моста и туннеля вышли из осмотра мостового пика. Здесь много света, но холодный ветер свистит у меня в ушах, а платформа узкая, не шире дела человека. Какая высота? Здесь самая высокая точка составляет 15 метров. Это не высоко. А вообще самая высокая точка составляет 30 метров. Под нашими ногами находится главное русло реки Муринг. Даже ночью мы должны входить в туннели для осмотра. Поэтому большинство наших работников высокоскоростных железных дорог – молодежь. Потому что пожилые работники не выдержат ритма и интенсивности этой работы. Мы работаем, чтобы благодаря нашим усилиям все пассажиры могли благополучно вернуться домой.